Приветствую любителей комнатных растений. Не удивляйтесь, что веду съемку во дворе. В последнее время я уделяла большое внимание растениям, находящимся во дворе, а также растениям сада, и совсем мало уделяла внимания комнатным растениям. Я поливала растения, но не удобряла. Как-то упустила этот момент. И если обратить внимание, цветущих у меня здесь в оранжерейке растений нет. Все цветущие вынесены во двор. И самое время удобрить эти растения. Молодая луна, растения оживают, соки идут вверх от корешков к листьям. Важно сейчас удобрить корешки. А чем буду удобрять, давайте решать вместе. У меня есть целый плейлист о удобрениях. И, возможно, если смотрите мои сюжеты, знаете, что для цветущих растений больше подходит состав, где больше калия и фосфора, а для вот таких растений, которые остались в оранжерейке, лучше сбалансированный состав. И есть у меня вот такое удобрение 20-20-20 Greenfit. Все сбалансировано. Поэтому сейчас воспользуюсь этим удобрением. Вот оно как выглядит. Вообще удобрений я, конечно, приготовила много. Но сегодня воспользуюсь именно вот этим удобрением. И здесь написано столовая ложка на 10 литров воды. В столовой ложке 20 грамм. В чайной ложке 5 грамм. Для полива моих цветов не литр воды нужен, а 10 литров. Поэтому показываю, как будет выглядеть раствор. Но растворю 20 грамм в 10-литровом ведре воды. Я вчера пролила все растения. Грунт у них влажный, поэтому все хорошо. Кто-то меня спрашивал, а почему вы немного наливаете? Ну, расход должен быть на объем. Если налить очень много, будет просто проливаться. В общем, 10 литров воды даже может не хватить для полива всех моих растений. Ну, а вы решайте, каким удобрением будете. Минеральным или удобрением, которые есть в моем плейлисте. Там довольно много представителей удобрений. Всего доброго! С вами Екатерина. 28 июня, а я иду поливать все остальные растения.